такая вот беседка. Посетителям знаменитого курорта предлагают отдельные апартаменты. Замечательные мягкие диванчики с подушкой. Ну и на озере Развал есть территория повышенной комфортности. Это отдельная зона, куда можно попасть, заплатить определенную сумму. Здесь установлены круглые беседки на 6 гостей с подушками, мягкими диванчиками и столиком. На берегу озера зонтики, рассчитанные на 2 человек, под каждым 2 шезлонга. Я легко переплыла это озеро вместе с телефоном, но чтобы снять и показать вам вид с веб-зоны. Вот идет веб-зона. Люди отдыхают. Будильник. Сейчас. Вход сюда дополнительная плата. Ну, это фиг-зона. Видно, сколько соли. Наши пирамидки. Ну, здорово. Ой, какая красота. Людей. Это частная территория, вход запрещен. Так, надеюсь, будильник видно. Ну, я была там. Зона. Так, Юра там. С этой стороны. Так, интересно. Солью. Жилы соли. Но песок и соль. Это из чего состоят эти отцепи, я так понимаю. Но это все соляное. Ну, эксклюзивное видео. Я на середине озера. Веб-зона, где я была. Скала. И вот такие. Вот обстановка на 5 часов вечера. Показываю, какая здесь вода, она прям розовая, если видно. И немножко как бы вот кристаллы соли по ней. Ну, народа много очень. Кто уходит, кто приходит. Вот, ну вот такой вот вид со средины практически озера. Красота. Благодаря непромокаемому пакету, который мне дал Олежка. Мы его купили
в Таиланде, господи, ну лет, наверное, 8-10 назад, и я только его использовала. Вот на соленом озере. Вот вода такая.